am. Are you there? If you are hearing this message, then please go outside. It appears that someone has a surprise for you. Похоже, у кого-то есть сюрприз для вас. Вы сможете найти его рядом с фонтаном на кладбище. Полагаю, сатана приготовил для вас особые булочки. Простите, погодите, если это серьезные булочки, то не забудьте поделиться ими с теми голодными сиротками в приют. То есть, если кто-то еще не убил вас, но я поставлю самого худшего. Ага. Бля, опять. Сейчас Все, продолжаем. Я опять забыл эту фигню убрать в квадрат вместо кружочка. Да, все верно. Всем привет, и мы продолжаем играть в игру Грейдаун. Это вторая часть, и у нас тут паровозик катается. Мы в прошлый раз из пацана сатану извлекали с помощью книги и чёток и своей ряхи, которой мы не увидим больше. Я какую-то херню нашел, я не знаю, что это такое. Вот у меня в правом нижнем углу показано, я не знаю, что это. Я забыл. Возможно, это что-то важное. Не суть. Ладно, погнали, проходите. Я не знаю, что делать. Помню, еще какой-то пацан был странный. Ключ мы уже взяли, типа, который был прикован. Крест. Да, крест был прикован с помощью замка и ключа. Отсюда выйти можно, наверное, да? Сейчас, погоди. Я обыщу все, чтобы ничего не забыть на всякий случай. Так, что в руках? Все нормально. Кровище. Кто-то... Ну или ты не кровище. Так, открыли дверь. Так, здесь это второй этаж. Опять мы в свой дом вернулись. Опять в крови. Или не в крови, может, в говне. Я не знаю. Наверное, в крови. Еще надо быть как-то поаккуратнее. Ты можешь меня напугать что-нибудь. Чё происходит вообще? Платье в крови тоже. Это свадебные, походу, платье. Так, ладно, погнали. Какая хорошая неделя. Не кашли. Ой-ё, какая она стрёмная. Забыл, что хотел сказать. Хорошая неделя, во. Что это было? Что это? Это дверь? А, все нормально-то, эта дверь скрипит. Я думал, что-то, блин, другая дверь какая-то открылась, я не заметил. А это, кажется, просто задел дверь, и, оказывается, она скрипнула. Ох, напугали. О, это открывается. Так, опять мы в зиме. И у меня нет сердечка, которое, типа, время мотает. Ну, ладно. Видимо, потом найдем. А что сюда пришел-то? А, вон тут дверь, наверное, надо. Да, точно, побежали. Хорошо, что он бегать умеет, он долго очень ходит. Опа, направо. Вот эта дверь открывается уже? Там демон был какой-то. Нет, закрыто. Опять на первый этаж? О, открывается это. Опять что ли? Оба-на. Курица. Как мерзко. Кушать не... Что такое сих? Сих. Мне просто интересно. Google. Опа, вот нашел. Сих. Он не переводится. А что это тогда? Может, это не хэ? А что же это тогда? Не знаю, это аж. Вырубить. Все, нормалек. Какие-то кусты, трава повсюду у меня. В шкафчиках опять так же трава, да? Ну, короче, пошли отсюда. Опа, что это? Цилиндр. Цилиндр фонографа? А, ну пошли поставим. Послушаем. Вниз надо спуститься. Блин, опять бежать в другую сторону. Той, блин, ладно. Несложно. Вроде. Вода Бля.
Мурашки пробежали. Ты чё? Я же отвернусь, он... Не ходи за мной. Блин, какая херня стрёмная. О, открыта дверь, пошли фонограф включи. Чувак из гробов вылазит. Так, что там у нас? I love you in my own way. Я люблю тебя по-своему. К сожалению, мы никогда не сможем пожениться. As a priest, I'm forbidden. Как священнику не запрещено делать. I swore an oath. Я поклялся. Even so, несмотря на это, хоть не должен, я все еще люблю тебя. God, what a deadly sin. Боже, что за смертный грех. Nevertheless, it is good that we do not live together. Как бы то ни было, хорошо, что мы больше не живем вместе. Но этого недостаточно. We shall never see each other again. Нам не стоит видеться друг с другом. We cannot live in sin anymore. Мы больше не можем жить в грехе. Прекрати посещать меня ночью перед предлогом исповеди своих грехов. Это мучение для тела и души. Люди болтают. Это все должно прекратиться. Прощай, Александр. Я ненавижу тебя. Но прошу, считай мою ненависть чем-то вроде странной любви, которая не может выразить себя иначе. Офигенно. Там дверь открыта, скорее всего, туда надо идти. Вот это закрыто, да? Да, закрыто. Потом откроется. Ну, типа, две двери закрыты остались. Я так полагаю, последняя будет вот здесь, вот наверху, которая. А здесь вообще ни хрена нету. Я не знаю, зачем эта комната нужна. С рыбой, которая. Ну, пошли сюда. Сюда. Мы на улице выходим. This is the first snow I've seen. Это первый снег, который я видел за много лет. Он дарует мне некий комфорт. Комфорт он тебе дарует. Давай отправляй меня опять в место, где там было. Там красиво. О, машина моя. Я могу ее взять, поехать на ней. Все будет хорошо. Ну как машина? Это карета, да? Я думал, это машина сначала. Не, не могу на ней ехать. Видимо, лошади нужны. Ой, ну ладно, пойду пешком. Даже деревья анимированы, смотри-ка. Ну, правда, они, походу, типа однотипны. Ну, та штука мешает, кстати, между прочим. Ну, ладно, F12, пофиг. Мои инструменты мне мешают. Это не снег. Что же это? What is this? В смысле, это пепел? Это не снег, а что это? Блин, слишком долго идти, беги давай. Я не представляю, если бы он не бегал. Ты же задолбаешься туда идти. О, боже, вулканический пепел. Хренасе. Так, я же сказал, это пепел. О, тут люди. А я думал, я один буду. Пацан разбился. Пожалуйста, откройте мне ворота, мистер. Мистер, блин. Что за странные люди? Не хотят мне открывать ничего. Заперли меня в моем же доме. Пацан, ты за рулем зря сделал. У тебя нет прав. Вот и результат. Она может взорваться. Мне нужно погасить огонь. Фига себе, священный огнетушитель, что ли? Эффективно. Куда он делся-то? Пацан мне нужен был. Ладно. Письмо. Неведом знам закон будет. Мы легион. Удовольствие, гнев и жадность. Мы оба чисты и непристойны. Мы дети умерли крещенными. Мы тебе морой. Нас семеро. Мы хотим вернуться в ад. Как ты громко говоришь. Но мы хотим взять тебя с собой. А вот и я. Демон как подношение. Кролик? Офигенный демон.
И как же он орет? Просто обалдеть. Опять звук, что ли? Так, мне не нравится здесь звук вообще абсолютно. Он какой-то... Какого хрена? Я ж тебя убавлял. Слышь ты. Тут настройки, что ли, не сохраняются? Офигительно. Так, пошли к кролику. Иди сюда. Сейчас я тебя поймаю. Александра была твоей первой женщиной. Напомню тебе, что ты не любил женщин так сильно. Извини, если я сказал что-нибудь не так. Как он мурлыкает в конце-то, а? Барсик, это ты? Где-то. Так, привет. Все, я тебя поймал. Так, ты что мне сейчас Эллю в Стране чудес устроишь? Нормалек. Все. Отлично, у меня есть кролик в капкане, который демон. Логично. Все логично. Now that I have the demon, теперь, когда у меня есть демон, я могу наконец войти в церковь. Ну, можешь, да. Так, опять я... Так, снег пошел. А здесь был снег до этого? Погоди, вот так хочу сделать, посмотреть, как будет выглядеть отсюда вид. Ну... Блин, этот туман все портит. Тумана бы не было, было бы классно. Ладно, пошли. Так, побежали, блин, он еле ходит. Чуть с ногами. Ага. Отлично. Мост создался, мы идем. Церковь. О, еще тропинка. А здесь что? Машина. Икону нашел. Нифига себе, случайно. Жеш Роуд. Стоп, а я здесь находил же, по-моему, ее. Или нет? Или да? Я не помню. Ну, дальше пути, наверное, нет никакого смысла идти, да? Или есть? Как странно звук тут работает. Это что? Опять ты? О, скворечник. Видел, у меня есть скворечник. Овечка, овечка белая, веди меня дальше. Ладно. О, тут мозг овечек, а я думал, ты что за фигня. Ладно, пошли дальше. Все. Стоп, а я же разве не в зиме был? А, нет, я мост перемотал. Все нормально. Вот здесь зима должна быть. Опа. Он очень медленно ходит. Но здесь просторы, скорее, большие. Не то, что он медленно ходит. Так, все, давай тут ритуал сделать. Я много думал о твоей преданности. Я чувствую что-то хорошее, живущее внутри тебя. Так, я в церковь. Нормально. Главное не воспламениться. Так. F12. Чего бы нет. Что это? Опять странная головоломка? Ну, что-то сделал. Вроде правильно даже. Сейчас мы разберем. Что это такое? А вон там что? Что это? Что это? Да. Это уже по-любому кажется, двери заперты какими-то мистическими силами. На ключ, да? Еще это такое. Ключ нужен, а мне его нет. Я всегда приглядывал за великой лабораторией. Теперь, когда больше нет детей, которые могли бы играть в лаборатории, я закрыл алтарь и закопал ключ. Любому желающему войти необходимо создать новый ключ. Из евхаристических слёх эссенции земли настало ей солнце. Затем они должны найти мою пещеру и выковать его внутри Афанора. Блин, тебе делать нечего было, что ли? Так, здесь что?
Магнит. Физика используется, смотри-ка здесь. Тут накурил. Или что это, не знаю. Не работает? Так, окей, что-нибудь в другом попробуем. А, нет, все правильно здесь. А что не работает-то? А, вот эта штука, что ли? У меня так сейчас она улетит. Нет, нихера не работает. Для чего это надо вообще? Блин, чего? Опять какая-то фигня неведомая мне. Что это? Это еще и нужно. Так, окей. Вот здесь какой-то знак вопроса был. То, что называют евхаристическими слезами, по факту чистая вода. Мне нужны две молекулы водорода и одна... чего-то. Так, две. Так. И это что? Одна что-то. Возможно, вот так, да? Еще нажать надо. Ага. Давай попробуем нажать. Не, не работает. Вон там что-то еще стоит. Погоди, зеленое что-то. Кристалл словно живой. Еще что-то нашел. Это сюда куда-то? Нет, здесь что-то надо поставить, но что, непонятно. О, что? Что это? Не, ну у меня подозрение, что это что-то... А, это свечи. От свечей идет свет. Так? Ну-ка, погоди. Прям соединить в один пучок надо. Ну, довольно тяжело соединяется. Так, эта штука направление дает, да? Мы звеним вниз. Это так, стоп. Мы вызываем down вниз, по-моему же. Upon us. Открой ваши глаза, чтобы понять мою историю. Бог использует четыре линзы. Одна для надежды, любви, награды и силы, да? Четыре. У меня три только линзы. Сюда ничего не стоит. Пошли кристалл то воткнем куда-нибудь. Может, здесь кристалл еще нужен куда-то? Ой, блин, что здесь написано? Мы можем... кип, блин, я ж помню, это что-то было. Гидроген. Кип. Держать. Мы можем держать все... эти компоненты в священных контейнерах. О! Что-то... Чебутури. Так, стоп. Ага. Е-е-е! Ха-ха! Эврика. И что это? Я сделал воду. То есть вот этот стенд у меня готов. Окей, пошли сюда. Нет. Что? Тут еще что-то. Линзу нашел. В натуре что-то еще есть. А здесь не открывается. Окей.
Куда ее поставить надо? Четыре линзы. Куда четвертую воткнуть? Сюда? Ага. Что это за атом? Так, окей. О! Солнце. Это мы что, соединили водород, что ли, сделали? Что происходит? Блин. Блин, я алхимиком сейчас стану-то. И что я должен сделать? А, это должно быть настой солнца. Должно быть. Вполне может быть. И что теперь? Сюда куда-то принести все надо. Так. О, кристалл перемолим. Ага. Минус кристалл. Так, нажать кнопочку. Не? Вот головоломка-то, а? Так, ё-моё, как много. Не делай ошибок. Supposing, что это маленький мир, ты увидишь вокруг себя. Земля, ведьма, чего? Есть мере Grain of Dust, пустыня в вселенной. Это все вселенная внутри тебя, ну, внутри себя. Это миллионы миллионов Such Worlds, что? И создатель. И здесь есть миллионы из миллионов, опять вселенных, в известный с этим бесконечным логус. Все понятно, все я понял, окей. И как долго-то вообще можно перемалывать? Походу бесконечно. Видимо, наполняется что-то. А, вот, что это такое? Не, ну это вообще непонятно. О, что? Зеленый что-то. А, эссенция земли. Это дерево работает мираклями, когда это чувствуется с зеленым минералом, вот этим, который мы нашли. Пифапс тысяч... Блин. Блин. Пер... Это какие-то подсказки все-таки. Перхапс, возможно... Офигенное начало, возможно. Хорошая подсказка. Выравнивать. Тхоуг. Я забыл. Хотя. Ты будешь видеть эту работу жизненно дающей. Что такое Miracles? Типа он повсюду что-то используется. Миракалес. Чудами, ага. Чудесами. Дающим тебе чудо. Чудо дающий, короче. Ты будешь тратить, не верить. Все еще, наверное, стил. Что-то типа того. По-прежнему, да. Не верить в эту ложь позади твоих глаз. Я ни хрена не понял, что это значит вообще. Тут что-то соединил я. Вроде должно работать. Два кубка у меня есть. Ключ какой-то. Где-то ключ, может, воткнуть надо. Тут больше ничего не тыкается вообще. А, вот. Что это?
О! Зеленая стала, давай. Я до этого просто ее показывал, но не работала. Как такое возможно? Это Земля. Какая странная планета. Люди выращивают 5000 раз в одном саду, но не могут найти того, что ищут. То, что они ищут, может быть сокрыто в одной единственной розе, в глотке воды. Я могла спарить над землей и смотреть за всеми, что движется в этой вселенной. Теперь твоя очередь. А, кстати, планета очень круто сделана. Мне прям нравится. Прикольно выглядит. Смотри, как. Там солнце у меня, там ничего нету. Вау. Реально вау. Вон, луна выплыла. Как она очень близко. Ты пол планеты перетянул бы туда. Тогда сюда кубок. Так, третий кубок. Должно быть, это эссенция Земли. Ну да, естественно. Что ж, Дэвид, где я могу найти старейшего Джозефа? Мне нужно выковать этот ключ. Старейшина Джозеф живет недалеко отсюда, но его пещера спрятана. Я помогу тебе ее отыскать ее. Снаружи ты обнаружишь, что я соорудил для тебя сани. Я всегда любил зиму. Какие сани? О, я Санта. Прикольно. Сейчас Сантой буду. А, нет, это свиньи? А, нет, это овечки. Ну ладно, я Санта на овечках, не на оленях. Какая, собственно, разница? Поехали! У-ху! Колокольчик нужен. В натуре Санта! Я луч света в этом мире. Тот, кто последует за мной, никогда не столкнется с этой тьмой. Весь луч света озарит его мир. Кто? Кто вы? Я его отец. Мы будем на твоей стороне до конца времен. Все, приехали. Не нужны колокольчики Санты больше. И куда я приехал, собственно? Какой-то остров. Везде туман. Давай я вот так вот сфоткаю. Вы будете моими этими превьюшками, скорее всего. Я больше нигде не катался на олене. Эй! И как это открыть? Так, пошли в обратную сторону. Может быть, где-то проход есть секретный? Сквозь стать. А, точно, там же лед. То есть надо зиму убрать. Они не умрут от жары, овечки. Что с ними будет? Да, они исчезли. Печально. Блин, тут какая-то жесть, мне кажется, может быть. Оба-на. Прилег поспать и как-то не вышло. Что за музыка такая играет? Сын мой, к несчастью, если ты читаешь это, то это значит, что я больше не принадлежу этой земле. Теперь, когда ты принес самые редкие сокровища мира из храма, тебе необходимо смешать их внутри пустого кувшина. Сложи все внутрь Афанора, затем зажги огонь. Для этого тебе понадобятся мои кости. Зачем? Ты задашься его зачем в натуре? Потому что алхимия работает с самой сути божественного творения. Да благословит тебя Бог. Как он прочитал мои мысли? Для этого тебе понадобятся твои кости. Я спрашиваю, зачем? Это могу... Следующий вопрос. Ой, блин. Да что это вообще? Что это? Что? Как? Что? А, ну да. Раз. А, все три, да? Так, теперь сюда нужно кости положить, походу. Офигенно работает это все. Ну и крутить. Не? Че, ключ я сделал? Хрена я.
Вот он, теперь как ключ у меня, я чувствую, что стал на один шаг ближе к нахождению правды. Но я в самом деле боюсь, что правда может вознести меня к благодати Божьей, а может и разрушить мое существо. Вполне себе да. Все, нафиг. У меня только один ключ остался. Как здесь вообще жить-то можно? Ужас какой-то. Так, Алине, давай, возвращай меня назад. Сейчас снова Сантой будет. Где мои колокольчики? Подарки вам. У меня нету их, к сожалению. У меня только один ключ. Всего хорошего. Счастливого Нового года. Приземляйся, не надо далеко так. Мне потом пешком идти. Сажайся. Никуда ты полетели? А, это заход на посадку? Ух, какой резкий. Все, пошли. Так, куда мне? Ну туда, да? Отлично. Не. Так. А куда это? А, вспомнил, куда этот ключ сувать по прямой. Открывайся. Очередной предмет, который... Что? Тебе преследуют 7 демонов. Я боюсь, что жестокие и ранние объятия смерти встретили их до крещения. Тебе необходимо поместить их сердца на этот алтарь, чтобы успокоить их. Также мне нужен червь святого. Советую тебе отыскать ритуальную книгу в своей библиотеке. Она поможет тебе, когда столкнешься с ними. Семь сердец и череп святого? Окей. Я должен найти подсказки в своей библиотеке. А еще у меня есть специальная книга. Восточный ритуал для изгнания дьявола. Много лет назад я путешествовал в Трансильванию. Там у местных жителей был особый способ борьбы с призраками некрещенных детей. Они вытаскивали тело из могилы и клали его на перекресток. Затем пронзали деревянным колом в сердце. Другим необходимо было совершать более ужасные поступки. Необходимо сжигать трупы и делать кофе из пепла. Чего? Но зачем рассуждаю я о подобных вещах, когда Бог, тем не менее, рядом со мной? Я буду играть по его правилам, ведь я не колдун. Доктор? Он сказал доктор вообще, ведь я не доктор. Что? О, ё-моё, точно, я же здесь. Так, мне нужно в дом вернуться. Так как все пришел вообще. А здесь нету, да, больше этой икон. Ну, типа, мне надо собрать, вот нужно, это хорошая концовка будет. Я хочу хорошую концовку. Экзорцизм был ошибкой, теперь-то я понимаю. Да, ведь не был одержим. Это было лишь в моем сознании. Он часто болтал о мистицизме и жизни после смерти, вечности, о вещах, которые я тогда не мог понять. Я воспринял это как знак демонического владения. Какой ребенок в мире говорит на иврите в таком раннем возрасте? Хрен его знает. Он проповедовал Евангелие сиротам из приюта. Затем отправился в церковь посреди ночи и остался там, плача часами напролет. Одной ночью я проследил за ним. Он продолжал молиться: «Боже, помилуй меня! О, Боже, помилуй меня!» Я думал, что ему нужна была помощь, что его мучит демон. Никогда бы не подумал, что это могли быть знаки его святости. Ага. А, ну то есть я сюда зря пришел. Классно. Что это вообще такое? Часовня какая-то. Пошли отсюда. Так, как мне в дом попасть? Так, машина видел вот туда, наверное, точно. То есть, как бы, кладбище и дорога на дом примерно в одном направлении. А вон точно такое. Вот то, которое только что за спиной было. Где дверь закрыта.
Что это такое? Туда же по-любому возвращаться придется как-нибудь. Надо знать, что это такое, чтобы вернуться, уже зная. Блин, как будто ходит, а это он бегает вообще-то. Видимо, я привык к этой скорости уже. Аж дух захватывал. Раньше, теперь нормально. Да, блин, куда? Что за... Ага, где библиотека у меня? Кто скажет мне, где библиотека? О, еще один цилиндр. Ну, пошли послушаем, что это. Три цилиндра нашел фонографа. Да, блин, какие узкие двери у него. Че тут у нас? Третий цилиндр фонографа. Ты посмел сказать, что мы больше никогда не увидимся? Это бесчеловечно. Послушай меня, Авраам. Мне все равно, кто ты, священник, ангел или дьявол. Я хочу выносить твоего ребенка. Тебе это может показаться безумным, но для меня это имеет смысл. Ты не можешь оставить меня ни с чем. Если так поступишь, я расскажу всем о твоем прошлом. Дьявольские ритуалы, оргии, абсолютно все. Какие оргии? Никто не поверит, что ты вернулся к Богу. Дай мне ребенка, которого хочу, и клянусь, что покину Англию навсегда. Я не заслуживаю того, чтобы меня бросили ни с чем, как тех сироток в приюте. Несколько поцелуев ты называешь грехом, несмотря на развратную жизнь, которую ты вел, прежде чем стал священником. Вера затумила твой разум. Дай мне ребенка, или я погублю тебя. Прикольный чувак. Где библиотека? Вот здесь? О, натуре. Опять ты, что ли? Ты опять за мной смотришь? Блин, ты заколебал. Меня он напрягает, этот пацан. Меня же напугает раз. Как-нибудь. Как-нибудь раз. А может и два. Не знаю. Вот так хороший кадр, кстати, тоже. Мне нравится. Ой, павлин, кстати, его не замечал. Слышь, давай ты не будешь головой вращать мою направлению. Ну ты напрягаешь очень сильно, серьезно, ты какой-то стрёмный. Давай как-нибудь это, вот так я тебе сделаю. Охренеть библиотеку тебе. Что это за тараканы? Ты дезинфектора бы вызвал. Ну это жесть. Причем они как бы не улетают, они меня не боятся, они привыкли уже. Блин, опять платье. Сколько у него платье было, причем одинаково. Типа ей нравилось какое-нибудь платье, она покупала их сразу толпами гигантскими. Смерть бога. Кучу томов. Угу. А тут что, открывается? Нет, не открывается. Надо идти на музыку скорее. Фу, что это? Уйди. Что не так? Кот побежал. Иди обратно. Что уставился? Помоги. Так, я тут пройти не могу. Что мне еще взять? Свечка? А, ну все, нормально. Хру-хру. Уходите. Ага. Пацан помог тут внезапно мне. Я же говорю, дезинфектора надо вызывать. Тут прям вообще жесть какая-то. Ага. Это тоже херня за мной следит? Нет? Нет, нормально тут все. У. Это что? Это опять какая-то отсылка. Я что-то слышал об этом, но единственная вещь, которую я храню после отказа от темной, от темноты своих мыслей и новообращений. Не уверен почему, но это заставляет меня задуматься о ранних убеждениях и о том, как я изменился. Будто внутри меня было две сущности, светлая и темная стороны. Переходи на темную сторону, Люк. Только не Люк, а Дэвид. А, нет, Дэвид, это же пацан был. Не знаю, в общем. Розы, кстати. Что это? Кэн, ё-моё, нахрена это вообще хранишь?
Хотя, это восковая кукла опять какая-то, да? Тогда ладно. Видим, ну, такие загоны бывают. Что? Куда мне что делать-то надо? Книгу найти? Она где-то спрятана? Я же не просто так сюда пришел. Одни и те же книги. Он хранит одни и те же книги. Странно у них, конечно, вещи. Типа одна хранит кучу платьев своих одинаковых, а другой хранит кучу книжек одинаковых. Они достойны друг друга. Куда мне? Что сделать-то надо? Опять проблемы у меня. Вот этот шкаф странный, кстати. Дай-ка подойду к нему. Может, он двигается что-то? Нет, ни хрена ничего не двигается. Ой, блин. Опять ничего не понятно. Это не тыкается. Вообще ничего не тыкается. Да как раз я пришел-то вообще. Что-то в библиотеке надо было найти. Может, это вот тут где-то? Среди книг что-то будет необычное. О! А, так их надо прогнать. Окей, сейчас вас прогоню. Зажечь все, да? Че, вафельки? Ну, это сразу не поймешь. Думаю, просто пройти нужно. Так, где свечка? Вот свечка. Отлично. Зажигаем свечки. Изгоняем вот этих вот паразитов, которые у меня тут развелись. Отлично. Отлично. Все. Все чисто. Отличненько. Все же зашибись. Зашибись ему. Окей. Пошли теперь обратно. Возможно, теперь что-то будет работать. А, во, книгу. Теперь можно взять книгу, конечно, да. До этого нельзя было вообще никак. Так вот, как призраки некрещенных детей хотят свести меня с ума. У тебя нет ни шанса, сатана. Я верю в Бога, и он мой спаситель. Ты меня слышишь? Однажды ночью, когда с северной сияние можно было отчетливо увидеть в ночном небе, я взял этот кинжал и перерезал горло ягненку. Сейчас мне стыдно за это. Еще бы. Так, ладно. Что у нас за газета тут какая-то? Холера. Холера, ладно. Значит ли это, что семеро пропавших детей, по факту, жертвы холеры? Я знал, что не мог быть виновным. Я позвоню на радиостанцию прямо сейчас. Они заслужили знать правду, пока не стало слишком поздно. Тебя за психа сочтут, мне кажется. Такой себе звонок. Раньше такие были телефоны, кстати. Вот такие вот колесико. Добрый вечер, сэр. Это отец Авраам Маркус из церкви Святой Марии. Господь Небесный, убийца священник, сам детоубийца. Спрячьте вас лживый язык. Вы прекрасно знаете, как и я, что эти дети не пропали без вести. Они умерли от холеры. Прекратите лгать людям, отворачивая от меня ложных убеждений. Почему вы все пытаетесь распятать меня, связывая меня с их смертью? Отец, прошу, послушайте, нам все равно, убили вы детей или нет. Нам больше интересен тот бедный маленький алтарник Дэви. Что вы с ним сделали? Пожалуйста, скажите. Достаточно этого безумия. Они действительно словно демоны, как дикие звери. Я больше не задерживаюсь. Ритуальная книга. Где это? Ой, какая ритуальная книга, я здесь ничего не вижу. Ну то, что ли, опять достать ее надо? Не? А, я взял ее, наверное, уже. А? Что-то я вообще не вижу никаких этих, кстати, скримеров, что-то в этой серии. Я уже даже бегаю просто, бегаю. Ну, наверное, все. Больше ничего нет. Пацан ушел, в натуре все, он устал.
Что? Меня тут заперли. Пацан взял, ушел и все. Закрыл меня здесь. О, здесь платье другое, кстати, красное. Я думал, то же самое. Ладно. Блин, ты что бегаешь-то, ё-моё? Ты меня напугаешь так. Ты инфаркта сведешь. Ты меня совсем не пугаешь. Ты понимаешь это? Я всего лишь объект. Какой вред я могу причинить? Я знаю, где можно найти книгу. Но для этого тебе нужно дать клятву на крови. На этой полке, прямо здесь. Ты нафига его слушаешь? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это не то, о чем я тебя просил. А то я тебя буду слушать, да? О. Закей, ключ, и это... Низ. Что? А. Чё? О, на столе. А если я английский не знаю, к примеру? На каком столе? Ты тут до хрена столов-то. On the table. On the table. Ой, блин, какой... Вино. Что-то стаканы какие-то. Table. Table. Вот это table. Это не table. Вниз я нашел. А вот на тейбле нет. Я все тейблы посмотрел. Нету ничего тут. Вон то единственный тейбл, отвечающий каким-то признакам. Слышь, тейбл, дай мне ключ. Ну, это, по-моему, единственный тейбл здесь, в этой комнате. Хрен его знает. А, вот! Это тоже тейбл. Окей. Без проблем. Ну, как с проблемами это было, кстати. Он за... класс-кассе. На этом класс-кассе. Что такое класс-касс? Класс-касс. Блин. Класс-кейс. Окей, давай два слова. Дело класс. Чё? Я правильно написал вообще? Класс кейси. Да. Ну это не знаешь, что такое? Слышь, херня какая-то. Что такое класс кейс? Как дебил, сейчас буду ходить здесь. Ладно, мне кажется, что-то там. Класс кейс. А! Типа, кейс, вот этот класс. Глаз, что ли? Это ги? Это же? Это же, а я кей, с написал, блин, точно. Тогда это глаз, стеклянный кейс, да. Тогда понял. Я неправильно, типа, прочитал. В твоих руках. Ай, стой, хорош! Ну, кстати, крови нет. Видимо, все окей. А вот и книга моя. Книга, о которой Дэвид рассказывал. Теперь мне нужно спуститься в склеп. Надеюсь, ворота в старом кладбище открыты. А они что-то были закрыты.
49.30. Ну, почти заканчивать надо. О, двери открылись сразу. А, ну, по идее, можно и закончить, наверное. Как раз сейчас буду заканчивать в этот момент. Сколько-то по этому времени как раз. Да, на этом, наверное, закончим. Сейчас я нажму, типа, чтобы он сохранение сделал. Ага. Все, давай, сохранение. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Комментарии оставляем, что вы думаете об этой игре. Я вообще немного, типа, такой, чё? Вот. Заходим в группу. Там есть у нас скриншоты, музыка и обзоры. Да. Я их пишу на каждую из игру. Ну и, как обычно, всем спасибо и всем пока.